Блаженный Никола Солос. Лет 500 прошло, как в Пскове жил блаженный Николай. Псковичи его Солосом обзывали. Откровенен был он в слове, сыпал правду через край, за нее Николу часто побивали. Зато царь Иоанн в те годы силу власти обретет, Третий Рим да с православным крестьянам подчинит Москве народы и в историю войдет пламенеющим о Господе тираном. Встретил Псков его тоскливо, ожидая холокост. Тут Солос ногой говяжьей подвернулся. Напоешь, а царь брезгливо, да не ем я мясо в пост. Вот а кровь людскую пьешь, не захлебнулся. Дело в том, что царь до Пскова новгородский бунт пресек. Те решили Сигизмунду подчиниться. Покарал он их сурово, бунтарей топил и сёк, невзирая на их княжеские лица. Допустить Господь раскола в православии не мог, в польском воинстве предвидел силу злую. И пошел на вы, Никола, Богом избранный пророк, против грозного царя напропалую. Убирайся вон из Пскова, не то сдохнешь, как твой конь. Вдруг конюший прискакал с ужасной вестью. Дай, владыка, молвить слово, плетью плоть мою не тронь. Только что твой конь любимый пал на месте. Конь мой был здоров доселе, что ты брешешь пустозвон? Сговорились за моей спиной с убогим. А в ответ конюший еле дотянул до Пскова он, отчего-то загрустив еще в дороге. Стиснул зубы царь до боли, но гнев к миру не явил, угадал в Солосе Божию десницу. Сам пришел потом к Николе, чтобы тот благословил, и бежал в великом ужасе в столицу. Головой своей рискуя, спас Никола псковичей и избавил их от польских притязаний. В храме Божием ликуя, его образ свет свечей излучает святость доблестных дерзаний. В храме Божием ликуя, его образ свет свечей излучает святость доблестных дерзаний.